Доброй ночи, утро, вечер, короче, у кого какое там время суток. А, видео будет коротким, но надеюсь содержательным. Значит, я его снимаю только потому, что хочу показать и рассказать об СА, которые ждут нас в новом обновлении во вторник. Новое будет новое обновление, новый патч. Достаточно объемный, обширный, в котором будут убраны старые ИСа. А на ситуацию у нас стоит, допустим, на пике поглощения ХП. А его на что-то заменят. Правда, я еще не знаю, что нам никому не сказали, на что будет заменять. Ну, ты понимаешь, что-то из кристалла чего-то, кого-то там. Все, типа, все будет в ажуре. А, Каин. Каина. Вот. У нас он будет устраивать, в принципе, хороший сам. Поменяем тут, по-моему, что-то надо будет. Значит, видео о том, как сливаться тестерами в связи с выводом старых ИСа и убирают ИСа на конверсию. Видео снято только для титанов тира. Никаких аватаров, гладов и прочей, короче, нечисти, у которой там берс, с которым выступать только на Олимпию. Он, в принципе, больше ни для чего не нужен, если вы считаете, что аватары тиром бьют. Где-то кроме осады Адена, руны и там серебряной осады и Олимпа, то глубоко неправда. Для берсов отдельно, но я думаю, люди придумают, как, в принципе, сливаться. Знаю, что почти абсолютно все сливались конверсиями. Почти. Я всегда сливался палкой на ХП. Вы можете взять... На самом деле, все банальное решение банально. Просто вот одевайте палку на ХП, у вас, в принципе, уже можно слиться. Одевайте обратно. И для тех, у кого топор таути, и он дико хочет слиться. Все банально проще, тоже. Выставляет топор таути на панель. Вот он, точнее, вот он у вас есть, захилен. То есть, вот вы стоите с эффектом топора таути, 25% хп. Снимаете топор таути, одеваете топор таути, и вуаля! Можно заюзаться на лимит. Точно так же аналогично, если вы стоите с пикой, одели яксу, юзнули, одели пику, убили. Можете хила стукнуть, если он у вас вредничает, короче, все такое. В общем, в принципе, ничего сложного. Ну, я не вижу просто проблемы для страждущих и жалующихся о том, что как же нам теперь бедненьким жить, блин. Ну как, блин, как сливались, так и будем сливаться. В чем проблема? Поэтому не вижу. Некоторые особые извращенцы умудряются еще тушкой сливаться. Кстати. Сейчас убью эту гадость, короче. Покажу быстренько. На примере гаца. Вот, примерно это будет сейчас. Вот так. Не протестировать. Сняли тушку, одели тушку. Газ включил. Включили гац. Пошли дальше. Вот. Но это для особых извращенцев. Если я не представляю, как бегать с открытой панелью, у меня небольшой монитор, 1466-168. Я думаю, вы сами разберетесь, но вот альтернатива всегда есть. Удачи, развлекайтесь своими палками. Пока.